Добрый вечер. Да, прошла очередная контрольная игра с достойным соперником, футбольным клубом Уфа. Вот. Ну, к сожалению, проиграли 1-0, но выглядели достойно. В принципе, равная такая была игра. У обеих команд были моменты, вот, и, в принципе, могли выиграть как одни, так и другие. Но, к сожалению, не мы в этот раз. Ну, хорошие скорости были, и не используя свои моменты, особенно в первом тайме, три момента, там выходы практически один на один, там Рожкова, Шалаева, плюс попадание в перекладину Малеева, а сами пропускаем достаточно глупый гол, Саут, упускаем игрока перед своей штрафной, ну, пробил удачно, парень попал в ближнюю девятку. Вот. Во втором тайме пошли отыгрываться, и, ну, уже было тяжело, погода внесла коррективы, поднялась гроза, и играли как раз против сильного ветра, что тоже мешало немного. Но все равно ребята очень достойно выглядели, я ими доволен. Игра достаточно информативна для нас, это хорошо. Естественно, внесем коррективы, что нужно убрать, где нужно добавить. Вот, но продолжаем готовиться, вот, поэтому, ну, для нас еще такой важный момент, что самое главное, никто не получил травмы никакие, вот, поэтому сейчас нас впереди еще ждет, перед уже отъездом домой, очень, еще более серьезный спарринг, это Салани, поэтому также готовимся, все, как бы, и движемся вперед, а как я уже и говорил, что в золоте, что в серебре, приблизительно все равные соперники, и все игры вот так и будут проходить в такой равной борьбе. И тут уж, как говорится, кто свои моменты использует, тот и будет побеждать. Поэтому я думаю, что и в чемпионате все то же самое, мы такую картину и увидим.